А в эти непростые времена священнослужители призывают верующих не посещать храмы. Конечно, самоизоляция дается некоторым непросто, но батюшки просят не отчаиваться, а использовать это время с пользой для души. Как не пасть духом в эти дни? Давайте послушаем слова протоиерея Григория Мансурова. Данный период, когда мы находимся в некоторой тревоге за свое здоровье, за здоровье близких, оно может быть использовано нами для блага. Мы можем подумать о вечности. Если человек будет помнить в последних днях своих, то тогда он будет и жить в соответствии с этим. Он будет соизмерять все свое действие жизненное с тем, а как я исполняю заповеди Божии вот в этот момент. Таким образом, он будет становиться лучше, чего и желает от нас Господь. Поэтому вот эти периоды жизни нужно использовать не для отчаяния, не для тоски, не для того, чтобы обижаться, искать виноватых, врачей, правительства, Господа Бога обвинять в том, что происходит, а в том, чтобы пользу для себя извлечь из твоей души. Все равно придется уйти когда-то из этого мира, но дай Бог, чтобы это была христианская, безболезненная, мирная кончина, о которой мы молимся каждую службу. Вот. А отчаяние порождает только бесполезное самобичевание и только усугубляет проблему.